Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Армия Клонов. Давай посмотрим свою награду. Что нам здесь выпадет? Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Всего лишь 3 карточки. Ладно. А это что у нас такое? Какие-то мины. Понятно. И 73 ДНК. Так, что у нас тут? Забираем 20 монет. Ну что, может быть, начнем проходить историю или в мультиплеер пойдем, а? Не, давай историю. Нам нужно с тобой открыть еще одну звезду, да? Для того, чтобы нас пропустили дальше. Где мы можем с тобой ее заработать? Ну, давай здесь, наверное, попробуем. Авось получится. Так, что у нас тут? Давай посмотрим. Так, нам показывают. Ага. Так, автоматчики, все дела, да, короче. Бегут аглоеды. Ну что, естественно, у нас первым это будет наш обычный стрелок. Другого здесь быть не может. Есть. Так, ну главное, здесь порвали, да? А сколько у нас там времени дается? Ага, 7. 7, 7, 7. Блин, может командоса взять. За 7 ходов мы, короче, с тобой должны здесь все это сделать. Не знаю, успеем ли мы с тобой, а? Так, тихо, тихо. Ах ты, чуть-чуть не хватило этого прожарить. Но зато мы знаем, что у него тоже с ножом есть чувак. И потом, опять же, с дробовиком. Кадета, давай кадета возьмем. Клонируем, погнали. Он у нас, конечно, прыгает паршиво, очень паршиво, но зато он может стрелять вниз, вверх, куда захочем, да? Блин, он еще и медленно идет, оказывается. Ну когда-то, когда-то. Тихо! В плане, подожди, я не понял, а что случилось-то? Он не мог меня наверху никак своими ножичками задеть, согласись. Просто никак бы он не мог. Так, ребят, шутки шутками, а у нас с тобой проблемы. Блин, с дробовиком как ты медленно идешь, а? Как ты медленно, и медленно перезарядка идет. О, никуда не годится. Так, сейчас вот здесь вот его прижучат. Ну хорош. Так, я вот не понял. Слушай, да ты достал же, а? Да ё-моё, блин, я офигею. Трындец. Так, нет, так дело не пойдет. Кадет. Мне тут обычный. Вот, я возьму командоса. Пока он там будет за нами бегать, я буду его там шинковать. Верно? Верно. Давай быстрее беги. Так, здесь мы с тобой сделаем по-другому чуть-чуть. Давай. Куда ты от меня? Не уйдешь так просто. Так, сейчас попробую вот этого вот. Ха-ха-ха. Так, тихо. Ну, предположим, уже лучше, намного лучше. Так, остается, наверное, еще одного взять, да, все-таки? Или кто у нас тут? О, так у нас вообще тут в шоколаде все. Ну, сейчас, я думаю, мы пройдем с тобой. Обязаны пройти. Иначе у нас не получится 3 звездочки. И это будет плохо. Опа. Давай, отлично. Ну, да господи, ладно. Давай, расстреливаем, есть контакт. Все, друзья мои, на 3 звезды, как видишь, мы с тобой прошли. А значит, нам откроется с тобой следующий уровень, верно? Верно. Тю-дюнь. Так, я ведь надеюсь, что откроется, да, друзья мои, открывается. Crossfire. Ну-ка, так, здесь у нас будет капсула. Давай посмотрим, что они мне здесь. Ё-парсеты. Так, я вижу там и защитники. А почему это все показали сзади где-то там? Ого. Друзья мои, не кисло, я тебе скажу. Он тут обустроился. Почему этот говнюк рядом с моей базой находится? Я не могу понять. Естественно, тут не о чем думать. В первую очередь, я вот этого не могу понять. С какого припуга он здесь вообще делает?
Сразу же на моей базе. Что за дела-то? Да, трындец какой-то. Молодцы, конечно. Придумали. Может быть, на него не обращать внимания? Да нет, как тут на него? Идти там стрелять в кого-нибудь? Фиг его знает. Я попробую, конечно. Да. Смотри, что он делает. Идет сзади меня и чекрыжит. Может быть, в эту сторону нужно было идти? Я не понимаю. Что за бред тут получается? Я никого еще не подбил. У меня, как ты видишь, не хватает. Жестко. Я не знаю, как быть здесь. 25 монет мы с тобой заработали. Ну и что? И что я за них куплю? Ну, команда себе возьму, предположим. Команда будет у меня, например, здесь, да? Ножичками чекрыжить. Вот таким вот образом. Иди сюда, голодранец. Так, мы его здесь порвали. Это же надо было так вляпаться. Но зато дают... Так, а руки у нас чем хорош? А, тем, что он из УЗИ, да, стреляет в разные стороны. Понял. Предположим. Да иди ты в пень. Этот еще с кинжалами тут прибежал. Слушай, ну сложно. О, автоматчик. Так, я побежал, короче, туда. Вот в этом направлении. Опс. Ты достал там уже бомбить моих ребятулек. Тихо. Я все время забываю про артиллерию. Ребята, все время забываю. Ладно, здесь, короче, у нас будет фейл. 100% тебе говорю. Ну, это как ознакомляющий, да, был у нас с тобой уровень. Теперь я знаю, чего нам ждать, чего нам не ждать. Блин, подожди. Этот спрятался там за мешками, а? Он спрятался за мешками, мне его не пробить. А здесь у нас что будет? Дай-ка освежить мне память. Это случайно, это кадет. Это, друзья мои, кадет. Это плохо. Еще эти бомбы постоянные тут летают. Да, я тут припарюсь так бомбить. Слушай, наверное... А, у меня же не хватит, да? Да ну, это фигня какая-то, ребят. Тут он меня просто сейчас расстреляет, да и все. Надо уничтожать вот эту вот фигню, которая там стоит. Защитник. Защитник. Может быть, взять... Этот медленный, да, у нас... Этот очень медленный, пока он там будет идти, ползти. Ты достал, там уже бежит. Твою нали... Ну как так? Ну как ты, Грей, можешь забыть, что там артиллерия? Что там она постоянно бомбит? Нафига ты идешь? Не смотришь нифига под ноги, а? Ладно, давай хотя бы вообще просто пройдем с тобой уровень. Вот. В конце концов. Так, вот она, видишь, на опережении. Давай попробуем вообще ее уничтожить. Там чувак с этим, с гранатометом. Ладно, у нас отнимают одну звезду. Одну звезду у нас с тобой отнимут. Дают еще 4 попытки. Дают 4 попытки. Я попробую сейчас пойти вот уже в этом направлении. Может быть, получится как-то тут разбомбашить всех. Подпрыгнул и запрыгнул опять же на снаряд. Ой, так, огнеметчик вообще здесь, я думаю. Хотя, давай попробуем. Где он у меня, огнеметчик-то? Вот он. Куда ты бежишь-то? Ты же видишь там. Вот так вот. Ух. Так, теперь, значит, остается в эту сторону идти.
Слушай, ну огнеметчик он имбово себя ведет. Сейчас мы тут кое-что с тобой придумаем. Опа, ага, блин. А этих я не могу, да, поджечь? Да, этого голодранца не получится, друзья мои, прижучить. А хотелось бы. А вдруг получится? Смотри-ка, получилось. Я за это получаю очки, если не, или нет? Не знаю. Так, у него, кстати, тоже здесь огнеметчик-то, посмотри. Слушай, если я быстро сюда спрыгну. Ага, я так и думал. Давай еще разок. Опа! Блин, я даже не знаю, как сделать-то лучше. Блин, ну не получится здесь, да? Не получается. Но если я возьму еще одного огнеметчика, должно получиться. А зачем мне огнеметчик, если у меня здесь есть базука? Фу, даже ганнер, вот, ганнер мы возьмем с тобой. Или базуку лучше. Нет, базуку, наверное. Погнали. Да увалите у этого увольня. Погнали. Сейчас тут будет расколбас полнейший. Ага, расколбас полнейший. Тихо! Почему этот вонючий снаряд полетел именно сюда, а не туда, а? Ну что здесь брать? Мальчика, что еще брать тут? Ай, блин, я про эту артиллерию просто забываю постоянно. Уходим. Вот так вот, если только бомбить. Да зачем ты, блин? Господи, ну, последняя попытка, друзья мои. Сколько у нас с тобой денег? Так, медик, инженер, гренадир. Вот гренадир, наверное, будет вообще самый пик. Я их там просто забомблю сейчас этими гранатами. Но, опять же, это последняя наша попытка. Если не проходим, то все. То мы с тобой... И он еще прыгает, он как раз... Для снарядов-то он вообще не подходит, ребят. Понимаешь? Ну, давай добьем с тобой. Есть контакт. Докинуть. Есть, получилось. Так, огнеметчик у меня здесь идет, да, родной мой? А если я сделаю вот так вот? А, он там прикрывается. Так, ну-ка. Да ладно, не достаем, что ли? Да хорош ты. На, мы можем, оказывается, через вот это. Я этого не знал. Ну что ж, тогда все. Судя по всему, здесь победа будет за нами. То есть мы пройдем с тобой на две звездочки, да? Да ты можешь подойти-то. Он, кстати, сейчас, когда отвернется, мы... Вот сейчас он, да, он подбил. Смотри. Есть! Ну, неужели? Так, друзья мои, открываем капсулу, смотрим, что нам здесь выпадет. Ну, получше уже. Так, рейнджер. Окей. Здесь у нас огнеметчик. 64 ДНК и золотая карта джип. Который я могу прапать. Окей. Слушай, должно хватить на следующий уровень, по идее, да? Да. Это у нас аутпост. Погнали. Ё-моё, что тут у нас будет сейчас происходить, не знаю. Показывают, короче, территорию. Я пока вижу. Опа-на. С пилами, артиллерия, с ножами. Ё-моё. Смотри, сколько у него этих пистолетчиков. Да. Ладно, давай попробуем. Есть контакт, я все-таки первый. Уходим, блин, и зачем надо было напороться, а?
8 попыток, да? Команда, команда, команда. Давай командоса возьмем. Так, пока этот отвлекается, мы его здесь подчекрыжим. А в плане? Я даже не успел под... Турель? Да нет, турель даже, по-моему, не успела стрелять. Давай кадета возьмем, потому что кадет здесь хорошо, ребят, стреляет поверху. Да? Да. Сейчас мы здесь с тобой ушатаем. Да в плане ты, я не... Что-то я, подожди, я не понял, а меня там каким-то снарядом задело, ведь, так? Откуда там взялся снаряд? Секунду, я сейчас разберусь получше, я что-то не понял, что там произошло. Ну, здесь понятно, здесь мы вот так вот бомбим. Все, я понял, вот эта вот фигня, оказывается... Че, она там бесконечная, что ли, у нее по дистанции? Я не врубился. Так, дай-ка мне кого-нибудь Рокки. Рокки вообще здесь, в принципе, мне не нужен. Или нужен. Ну ладно, возьмем, фиг с ним, погнали. Так, еще 3 попыточки всего лишь остается у нас с тобой. Так, ну, 150. 150. На кого мне хватает? На автоматчика. Окей. Давай, 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 родные мои. Да, блин, тут видишь, еще этот чувак с пилой бежит. Вот мне бы, знаешь, кого бы туда бы? Огнеметчиков было бы вообще идеально, на самом деле, вот огнеметчик. Блин. Что-то, мне кажется, не получится у меня здесь пройти, ну, по крайней мере, на 3 звездочки, как я всегда мечтаю. Да ё-моё, самый первый сунулся. Видишь, этот, главное, у него с пилой чувак тоже прыгает ко мне туда. Ладно, фиг с ним, давай хотя бы на 2 звезды пройдем. Я уже готов на 2 звезды. На 3 можно будет потом, когда у нас с тобой персонажи прокачаются, да? Довольно хорошо, можно будет перепройти все эти этапы. В данный момент нам нужно пройти просто с тобой основную сюжетку. Оу, ну, по крайней мере, уничтожил я турель. Так, теперь мое дело маленькое. Идти сзади и не бубнить. И ждать, пока вот эти все мои ребята там справятся, да? Главное не вылазить. Идем потихонечку, просто стреляем с тобой аккуратненько. Так, вот, вот здесь мы с тобой должны подбить. Да куда ты? Ну ты посмотри, что делать, а? Твою налево, блин. Команда вшивая, а? Вот. Все, ребята, огнемет. Огнемет мне в помощь. Пускай только подойдет ко мне. Сразу зажарю, как свининку. Ну, где там? Ой. Ага. Ну, кто там следующий-то? Где? Хе-хе-хе. Ой, это кадет. Трындец. А как мне кадета бомбить? Гренадиром, если только, да? Сапер, 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 сапер. Огнеметчик. Ну давай возьмем Бутчера. Не знаю, ребята, у нас с вами уже маловато попыточек. Бутчер это с пилой? Блин. Я думал, что он с пулеметом, а он с пилой. Ну а что ж поделаешь, будем ходить с пилой. Вот здесь вот как быть, вот объясни мне. Вот он начинает стрелять. А, ну если только Бутчер. Понял. И вот, кстати, база. То есть мы, получается, на одну звезду с тобой? Да, на одну звезду идем. Базука. А вот я возьму Ганнера. Слушай, одной звезды будет, мне кажется, маловато. Не дадут мне следующий уровень. Надо того пройдуху. Мы же можем наверх? Можем. Можем наверх собой стрелять.
Так что сейчас мы посмотрим, кто кого. Ганнер, правда, у меня первого уровня, как ты видишь. Ну-ка, дай-ка я его накрою. Ну? Так, давай, автомат, иди сюда. Расписали. Ну, кто там следующим будет? С пистолетиками, да? Ничего страшного, друзья мои, ничего страшного. Берем еще одного ганнера. Ага. Можно, кстати, взять гренадира. Давай гренадира возьмем с тобой, а? Да. Я думаю, с ним будет лучше. Но такое впечатление, что все равно нам придется с тобой где-то еще звезду зарабатывать для следующего уровня. Почему-то немножко несправедливо делают, что с самого начала дают тебе какого-то вшивого новичка. Вот зачем он нам нужен, а? Нате вон там всем. Так, я опять вперед батьки, да, в пекло лезу. Давай, расстреливай. Ну этого-то нахлобучишь ты или нет? Так, здесь сейчас будет у нас... Вот они. Окей. Так, теперь бомбим. Давай, гренадир, не подведи меня. Есть контакт. Все. Одну звезду получили. Но тут главное капсулу. Капсулу мы с тобой зарабатываем. И вот, шикарненько. Так, нам дают с тобой медика. Здесь у нас 50 ДНК. Защитник. И золотая карта. Брут. Континии. Ну что, давай посмотрим, откроется мне следующий уровень или нет. Нет, не открылся, потому что пишут, тебе нужна, парень, еще одна звезда. Ну что, Skywalk, может быть, здесь попробовать пройти? Ух ты, я не понял, а у меня что, там даже не взят рефорд? Ёпрасто, нифига тут. Эй, а что у вас тут? Там их слишком много, друзья, слишком много. Он же меня ушатает сейчас. И как? Офигеть, сразу с кинжалами чувак выбегает. Зашибись, да? Просто моментально. Ладно, предположим, так сделаем. Сколько там? 9 попыток. Осталось 7. Команда, да, мне доступна. Нет, я пока не буду, ребята. Давай вот этого ушатаем как можно быстрее. Теперь вот этого. Трындец, только три поп... Вот, инфентри. Нет, лучше возьмем кадета. Почему кадета? Потому что ребята эти не могут стрелять наверх, а мы можем. Ага. У него тут тоже кадет, оказывается, был, а? Ну ты посмотри, жучара, что творит. Рокки. Ладно, возьмем Рокки с тобой. Давай этого говнюка мелкого валите. Попробуем так вот сделать. Бонзай! Ага, он по мне не попадал, а я попадал. Это кадет же, да, ребята? Это же кадет, конечно. Вот как вот мимо него пройти? Вот скажи, вот как вот мимо... Оу-оу-оу-оу-оу-оу. У него, смотрите, ребята. Вонючка. Давай, я тебе сейчас устрою здесь карнавальную ночку. Все. Погнали. В плане, я не помню. Мне просто вымораживает. Давай еще раз автоматика возьмем. Блин, ребята, две попытки остаются всего лишь. Две. Это чтобы пройти на три звезды, я имею в виду. Там я, конечно, сам виноват. Немножко поспешил. Зачем поспешил, блин, непонятно. Так, я сзади, да, иду? Так, вот здесь вот, по-моему, мы должны будем сейчас отвлечь. Ага! Кинжальчик получил свое, ребята. Ну-ка, мы сможем достать? Я почему-то не могу достать, а он там достает по мне, да? Есть,
контакт, я его накрыл. Кто там у нас еще стоит? Автоматчик. Да ё-моё. Давай иди сюда. Как раз отвернулся. Блин. Да чтоб тебя, а. Так, друзья мои, есть шанс его завалить. Ух. Так, смотрим дальше потихоньку, потихоньку. Ну, этого я должен шатать. Ё-просоты, бежит прям. А, мы быстрее, да? Мы быстрее. Мы быстрее, блин, мы быстрее сдохнем, блин, чем... Ну, зато у нас 485 монет, и мы с тобой берем... Гренадира я беру. Ну, все, сейчас мы им тут устроим карнавальную ночку, да? Гренадиры, все дела. Пью. Так, я сзади всех буду идти. Так. Предположим. Бумс, разлетелся в хлам. Так, теперь мне вот этого нужно, да, подбить. Ага. Так, секунду. Что-то у нас, по-моему, тут не по плану все идет. Кто там стреляет? А, ну я вспомнил. Там будет сейчас автоматчик. Мы с этим автоматчиком будем здесь в перестрелочке играть очень долго, да? До посинения. Но там, по-моему, кто-то еще побежит. Если я не ошибаюсь, здесь побежит. Да-да-да, здесь побежит. Да ну! Твою же налево. Все, да выпендривался. Так, там с пистолетами чудик, да? Господи, ты меня не пугай. С пистолетами мы можем, в принципе, в прыжке. А там кто? Там с базукой, да, стоит? Ну-ка. Твою же маковку, а. Вот это он меня раскрошил здесь. Так, сколько у нас с тобой денег? Хватит на еще одного гренадира. Да, я возьму еще одного гренадира. Ребята, это последняя попытка пройти на 3 звезды. В чем я очень сильно сомневаюсь. Но ничего страшного. Так, сейчас мы с тобой тут популяем хорошенько, да? Так, сейчас кто-то там кого-то что-то где-то должен отвлечь. Так, вот здесь мы, по-моему, да, с тобой тогда вляпались. Ну, так, он стреляет, да, пока? Поехали. Раз. Тихо, подожди маленько. А где мой второй? Вон он идет, гранатометчик. Так, нам остается подбить вот этого с пистолетами. И не напороться на базуку. Потому что там стоит чувак с базукой, и он именно как раз в меня стреляет. Можно, конечно, все это дело как-то перепрыгнуть, наверное. А вот он, видишь? И не попал. А мы можем в него? Блин, мы в него тоже не попадаем. Зачем прыгал ты, Рэй? Ну, господи, ну зачем ты сделал? Так, ребят, ну нам нужна одна звезда, а? Хорошо, фиг с ним. Попробуем пройти хотя бы на 2 звезды. Че, опять гренадиры, что ли, брать? Ладно, возьмем гренадиры. Но тут 2 попытки уже, друзья. 2 попыточки всего лишь. Пойдем, потихоньку. Не будем с тобой здесь выпендриваться. Уже, как говорится, мы свое... Мы ветеран, мы уже свое отвоевали здесь. На. Ну? Что не так-то опять? Так, подожди. Ого! Влупляет-то паренек, да? Ну что, давай здесь влупим ему. Так, здесь мы спешить не будем. Пойдем вот так вот сделаем. Так, в первую очередь вот этого надо. В плане, он даже не попал по мне. Понимаешь, он не попал по мне. Там где-то наверху взорвался. Что, меня взрывом, что ли, снесло? Чайник или что? Все, вот он, ребята. Снайпер, снайпер нам сейчас поможет вообще во всем.
Ну, я должен пройти. Стоим, ждем, пока тут все эти ребята разберутся. Снайпер, причем у нас второго уровня. Ой, как у второго, четвертого, ребят, что это я? Конечно же, четвертого уровня. Ну, и что вы там? Что вы делаете, не могу понять. Все тут должно быть легко и просто. С этим вообще даже на изи разобраться. Окей. Тут-то вы его подобьете, я ведь знаю, что можете. Все. Так. Давай-ка я попробую сейчас сделать вот так вот. Двоих! Слушай, ребят, ну это уже, я не знаю, как назвать. Это идиотизм. Просто идиотизм, самый настоящий. Слушай, а Ганнер прыгать может или нет? На две звезды даже не тяну. Ёпрсеты, ну что это за дела? А зачем я взял здесь Ганнера, если он прыгать не может? Идиотизм. А, ну там... Хотя как я буду перепрыгивать через... Ай, через гранаты. Как я буду перепрыгивать? Ай, ребята, это трындец. Это фейл уже заведомо, да? Это фейл. Это бесполезно, ребят, потому что я сюда даже если перейду, мне там не получится перепрыгнуть. 400, да? Давай, поехали. На одну звезду, ребята, идем. Ай, смех на палке. Да потому что у меня бойцы не прокачанные, ребят. Если бы они были бы хотя бы уровня там 5, 6, 10, было бы вообще идеально. А так ничегошеньки у меня не получается. Конечно. Все равно этот парень вообще припух в корень, да? Ой, вот здесь вот хоть не беги вперед, серьезно тебе говорю. Потому что если я сейчас побегу вместе с этими всеми, то я тоже там попаду под ту же гребенку. Вот здесь вот снайпером я, например, прыгнул. Точнее, прыгнул я нормально, но вот выстрелил я поздно. Так, дальше идет следующий гренадир, следующий камикадзе. Они, по-моему, сейчас вдвоем у меня пойдут здесь, да? Давай, иди. Так, смотрим, что он будет делать. Так, он стреляет вот здесь. То есть, если я буду стоять здесь на краю, в принципе, я могу выжить. Верно? Вот здесь вот, если я буду стоять. Ну-ка, хотя бы одного подбили. Ну что, ребят, теперь моя очередь идти сюда. Вон он стоит. Пока он не стреляет. Поехали. Минус один. Давай так попробуем. Есть контакт. Дальше двигаемся. Да ладно. Слушай, а я, по-моему... Секунду, подожди. Дай-ка я кое-что гляну. А, так тут получено. Все получено, ребята. Но здесь и так было пройдено у нас, да? На две звезды даже. А я на одну звезду прошел. То есть... Да где же можно получить-то, а? Может быть, здесь? Так, у нас с тобой есть 192 ДНК. Давай попробуем прокачаться. Прокачаться. А что я тут могу прокачать себе? Ну-ка посмотрим. Джип? Ну давай джип улучшим. Так, а здесь это у нас для мультиплеера. Все, больше ни на что, друзья, не хватает. А звездочка нам с тобой нужна. И где же ее заработать? Может быть, вот здесь вот? Давай посмотрим. Так, два пистолетчика, да, здесь стоят. Дальше показывают нам. Ох, ничего себе! Вы серьезно? Эй, ребят, это трындец. Давай. Сейчас я тебя ушлепаю. Так, ушлепал одного.
Так, теперь вот здесь вот как-то надо. Да чтоб тебе, опять этот с кинжалами бежит, ребят. Он сейчас меня одолеет. Вот два с кинжалами. Ну, хотя бы так сделали, да? Два с кинжалами. Кадет. Давай кадета возьмем. Попробуем сейчас его по-быренькому здесь ушоркать. Есть контакт. Где там эти? С кинжалами-то. Ну, я их жду. Готов, второй. Готов, парень. Вот это вот плохо. Так, он будет прыгать сюда, нет? Они меня разнесут базу, да, скорее всего? Да, они базу мне быстрее разнесли. Нифига вы, ребятушки, тут припухли, я смотрю, вообще в корень. Так, ну, естественно, мы с тобой будем опять же брать одного кадета. Распетрушили просто моментально меня там. Погнали. Два кадета — это сила. Мы должны их тут разобрать с тобой. Давай, второго ждем. Есть контакт. Так, здесь лучше, наверное, наверх вставать нам и стрелять. Так, я пока вон тем займусь. Да что такое-то, блин? Так, кадет как-то, ну я не знаю, в принципе. Вот. А, бучер это с пилой. Тогда берем с тобой сапера. Будем сейчас с тобой выставлять мины. Давай, разбирайтесь здесь, пожалуйста. Поставим сюда миночку, да? Идеальненько будет. Сюда поставим. Да и вот сюда можно, в принципе. Так. Три мины — это самый смак. Ну, что ты там стоишь? Что ты не двигаешься? Иди. Беги. Минус. А, и меня разобрали. Ё-моё. И меня успели подбить. Давай теперь берем автоматчика. Автоматчик мне зачем здесь нужен, а? Вот, объясни мне. Не знаю, ребята. Ну, пускай будет. Автоматчик очень хорошо справляется с кинжальщиками вот с этими. Так, вот он еще один бежит. Окей. Так, этих мы с собой будем перепрыгивать. Так, тут надо уходить. Да чтоб тебя, ну, добежит кто-нибудь? Даже не посмотрел, не успел посмотреть. Что у нас здесь? Огнеметчик мне нужен? Наверное, не нужен. Давай возьмем с тобой защитника. Слушай, ну с защитника, по-моему, кинжальчик вообще на изи может справляться, да? Мне почему-то так кажется. Так, вот мы, например, с ним сейчас тут. Давай, иди сюда, гладранец. Отходим, ребята, отходим. Трындец какой-то, это фарш полный фаршмак. Давай еще возьмем автоматчика. Слушай, две попытки всего лишь остаются на три звездочки пройти. Как думаешь, получится у нас с тобой? Ну, если я не буду подставляться под пульки, тогда получится. Но здесь все на изи. Здесь довольно быстро и легко у нас получается. Вот здесь. Вот, пока он, ребят, стоит, прикрывает, надо расстреливать. Вот сейчас он пошел на попятную. Окей. Так, я успел. Эй!
Эти дуримары там стоят. Куда там стреляют, не поймешь. Ну, я, в принципе, знаю, куда они там стреляют. Базука, гренадир. Гренадирчик. Так, еще две попытки. А как я там буду проходить, друзья? Там же вообще жесть происходит. Это касается... Там же ганнеры стоят, да? Так, попробуем сейчас его здесь завалить. Бумс. Ну. Давай, 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 гранату. Не подставляемся. Так, идем. Сейчас кто? Сейчас опять кинжальщики, по-моему, пойду, да? Ну? Мне кто-нибудь поможет, блин? Воу. А вот, друзья мои, и ганнер. И как вот прикажешь мне с ним драться? Они мне базу разнесли. Вот как вот мне с этим гадом, а? Он не умеет прыгать. Он зато может стрелять, да? По всем фронтам. Гренадир, медик, базука. Гренадир, конечно, лучше. Поехали. Ребят, последняя попытка. Фиг с ним. Это последняя попытка на 3 звезды. Но мы можем же с тобой пройти и на 2 звезды. Ничего страшного из этого не получится. Я уже сам себя потерял. Где я там нахожусь-то в этой куче мале? Куча мала, да? Ну? Есть. Бубух. Бабам. Так, сейчас побегут эти. А, если не ошибаюсь, кинжальщики. Именно сейчас где-то они побегут. Так. Так, уходим. Уходим, ребята. Прикрываем, как говорится, тылы. Есть контакт. Шу-шу-шу-шу. Так, что у нас тут дальше? Сейчас еще пойдет, по-моему. А. Так, здесь кинжальчики. Ну! Стоит, блин. Куда ты, блин? Ага, там мина у меня была, отлично. Так, нам бы вот этого как-то с тобой ушатать бы. И было бы вообще чётенько. А вот здесь вот проблемка. Да, ребята, на 2 звезды... Ой, на 3 звезды не получается. Ну-ка. Гигант, киборг. Вот, вот что мне нужно, друзья мои. Джетпак. Сейчас полетим с тобой туда. В дальние, блин, края. Сейчас сиганем. Ну, там, конечно, далеко мы не улетим. Сам понимаешь, почему, да? Сам понимаешь, почему. Пока тут эти голодранцы будут воевать. Тихо. Нифига ты, паренек. А мы полетели с тобой. Нет, так не получается. Нахрапом не возьмешь. Джетпак, значит, пока отдыхает. Снайпера, если только взять. Снайпер, ну, в принципе, можно им попробовать. 3 попытки есть на 2 звезды. Так, кто у нас там будет? Пулеметчики, потом очень много кинжальчиков. Очень много, ребята, будет кинжальчиков здесь. А у нас всего, как ты понимаешь, 5 патронов на все дела. Я не буду здесь никуда бежать. Так, здесь мы разбомбили. Так, отходим, погнали. Вот сейчас будет очень... Так, джетпак пока стоит мой. Кто там вот строчит? Есть контакт, одного накрыли. Минус 2. Так, кинжальщика уничтожьте. Блин, сам уничтожил его. Есть, так, последний патрон у меня, друзья. Ну, кто-нибудь бомбанет этого дурика-то. Теперь кинжальщик там еще бежит.
Ну? Господи. Да ладно, ты серьезно, блин? Так, справляйся, справляйся, справляйся с ним. Угу. А, они подбили уже базу мне. Чё-то тут трэш какой-то, друзья. Какой-то трэш просто-напросто. Ну что, у нас сколько денег? В принципе, неплохо. Рейнджер, рейнджер. Давай возьмем рейнджер. А рейнджер чем хороший-то у нас? Во-первых, у него 5 уровень, да? Это раз. Во-вторых, у него, по-моему, атаки очень быстрые, да, очень быстрые. Надо было взять этих побольше саперов, да? Понаставить здесь мин. Целую кучу. И все. Давай, давай, расстреливаем. А он у меня не 5 уровня, ребята, а 3. Кто сказал, что он 5 уровня? Все это неправда, брехня. 3 уровень он. Уходим. Уходим. Куда там разогнался? Чу-чу-чу-чу-чу. Знаешь, на бесшумке, ребята. Он работает на бесшумке у меня. Ну где там голодранцы-то? Ага, ну этих мы сразу вообще на изи разбираем. А, у него еще и радиус стрельбы, ты видел какой? Смотри, что делает, смотри, что делает. Да ё-моё, еще давай. Твою ж налево. Я борюсь до последнего, ребят. Ну ты посмотри, ну какая армия здесь бежит. Как, блин, ты прикажешь вот с ней здесь справляться? Ну как? 990 монет. Мне не хватит, да, еще, наверное, на одного рейнджера, блин, не хватает. Снайпер тогда возьмем. Клонируем, погнали. Ух ты, да, серьезные дела. Два снайпера. И опять, как всегда, впереди, да, там бегу. Зачем я это делаю, не понимаю. Давай, потихонечку, потихонечку. Так. С этим разберемся. Дальше двигаемся. Так, отходим. В минус его вогнали. Так, ну сейчас побегу, да? Это мой, ё-моё. Так, мы как тут будем делать-то? Все, разобрали. Где там этот чудик? Вон он там строчит. А мы хоть подбиваем с тобой? Подожди-ка. Ну-ка, в минус мы его вогнали. Пускай он там бежит. Мы вообще наносим повреждения-то? Или нет? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вот он это. Армия трясогузок. Ну иди взорвись на мини. Чепушила несчастный. Есть контакт. Так, будем зарабатывать с тобой эти... А, время, 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 ребят. А, миссия выполнена. Фу! Слушай, ну звезду получили. А нам нужно было продержаться по времени еще. Тут не обязательно уничтожать базу. Что такое-то? Блин. Я что, не прошел как полагается или что? Или тут еще нужна одна звезда? А, подожди-ка, тут одна звезда нужна. А тут еще 3 не хватает, прикинь. Тут еще 3, ладно. Это мы на потом оставим. А сейчас пошли-ка с тобой сыграем в мультиплеер. В мультиплеер. Коннектинг, все дела. Слоты у нас вообще с тобой пустые. То есть мы можем спокойненько 3 матча провести. Дэнсе Флеминг какой-то, друзья мои, ко мне присоединился. Так, значит, мы сейчас с тобой защищаемся, да, получается. У нас, кстати, с ним абсолютно одинаковый рейтинг. Да все понятно, не надо мне ничего показывать больше. Так, 200 монет у нас с тобой есть в данный момент. Кого взять-то лучше здесь? Я думаю, наверное, автоматчика в первую очередь.
Нам нужно помогать нашему Бруту, которого, наверное, уже там бомбят вовсю, да? Ага. Так, ну что, первая попыточка прошла. Огнеметчик, нет, автоматчик. Или все-таки, нет, автоматчика возьмем. Поехали. Значит, он сейчас уже пронюхал, естественно, все дело, да? Ты сам видел, он что выбрал гранатометчиков. Сейчас он там будет, естественно, поливать. Все именно на гранаты, на бомбы. Окей. Так, вторая попыточка тоже у нас нормуль. Давай дальше. Так, руки, руки. Я, наверное, возьму. Возьмем, наверное, с тобой. Давай сапера возьмем. Зачем я взял сапера? Ребят, для того, чтобы здесь везде понаставить мин. По возможности, как можно больше. Как можно больше. Что-то я не ту сделал, по-моему. А, он, видишь как, он решил меня отвлечь. Слушай, ну неплохо. Неплохо, у него получилось почти. Давай возьмем автоматчик с тобой, пойдем далее. Так, сколько у него, ребята? 4 попытки еще, да? Естественно, тут лучше везде прыгать, потому что, ну, мало ли ты где-то там пропустишь врага. Кстати, здесь можно было бы неплохо взять, знаешь, кого я сейчас подумал? Да-да. Я думаю, ты догадался, кого здесь можно было бы взять. Именно нашего этого кадета. Опа. Так. Ну, пока мы Брута с тобой, как говорится, защищаем, да, он успевает накопить себе достаточное количество. Так, может быть, нам взять. А он специально, кстати. Я, кажется, понял кое-что. Он в данный момент специально не стал тратить много денег. Сейчас, судя по всему, наверное, кто-то будет мощный у него. Такой тоже может быть. Так, ну а мы с тобой сейчас... Ага, видишь, что он сделал? Он накопил себе на джип. Так, будем вот здесь вот стоять и отстреливаться. Ага, готов. Здесь, естественно, тоже мы его подбили. Этого подбили. Че, кто там у него? Все, никого больше нету. Хорошо, так, кадет справился. Гренадир теперь, я думаю, нам понадобится. Будем с тобой вдаль... Что там? Я же думал, отключился парень. Так, он будет там стоять вдалеке, а мы с тобой будем как раз обстрел делать. Я думаю, это оптимальненько будет для нас. Так, вот он тот джип. Плешивый. По-моему, он еще, да, на один там джип. Давай, просто застреливаем все с тобой, что можем, и все. Угу, по-моему, гренадира, да, взял там. Слушай, а почему у моего этого так мало здоровья? Объясни-ка мне. Все, его ушатали. И у него еще 2 попытки. Еще 2 попыточки есть, чтобы пробить меня. Так, кого бы взять? Автоматчик, наверное, возьмем, да, с тобой? Или кадета? Кадета я все-таки возьму.
Кадет чем хорош, что он, ну я тебе говорил, ну может наверх стрелять, вниз. То, что нужно, короче, для меня. Так что посмотрим. Опа! Ты понял, что он сделал? Да, друзья мои, вот так вот он и действует. Я думаю, здесь он тоже ничего не получит. На что он там рассчитывает? Опа, опа, опа! Потратился нехило, да, парень? А что творит? Угу. Так. Ну и последний шанс у него. Кого он сейчас возьмет, я не знаю. Так, и у нас с тобой тоже денег не очень много. А можем взять Ганнера. Ну а почему бы и нет? Возьмем Ганнера с тобой. Как говорится, это последний наш оплот будет. Который будет вот здесь вот стоять и просто защищать. Далеко мы не пойдем, просто вот здесь вот будем обстреливать, и все. Сейчас посмотрим, кто у него здесь пойдет. В наших интересах, конечно же, здесь отбиваться до последнего. Ага, вот он. Жиробас, он джип взял. Ну, ты серьезно, что ли, блин? Ты прикинь, на последней попытке, ребята, он пробил. Ладно, хорошо. Меняемся местами. Так, теперь... Ага, теперь он защищается тут мины. Интересно. Так, а сколько у нас? 375, да? Базука. Кого бы тут лучше взять, я даже не знаю. С базукой, но это, я думаю, нецелесообразно. Давай сэпера возьмем. Поехали. Это в кого там летят? В меня? Воу-воу-воу, это тепловые фигнюхи, оказывается. Я не думал. Не то, что не думал, я и не знал. Так, снайпер теперь нам понадобится здесь, по ходу дела, да? Давай попробуем снайпером. Снайпер тоже не получилось. Так, этот стреляет. Это обычные пистолетчики, да, получается? Значит, их можно чем? Снайпером. Ну да, просто снайпером. Ребят, не надо просто вылазить туда, чтобы на нас не среагировала эта фигня. Будем вот здесь вот стоять и бомбить. Так, предположим. Минус. Ага, так. Попали или нет, я не вижу. А мы сможем отсюда вот уничтожить или нет? По-моему, даже не задеваем ее, да? А, она уже все, взорвалась. Так, а вот здесь вот как вот пройти, скажи ко мне. Только вот так обезоруживать. Так, ну что, гигант, киборг, рейнджер. Джетпак взять? Или еще одного снайпера? Или еще одного снайпера? Давай снайпера возьмем.
Так, что? Он сейчас 100% что-то будет мутить. Сейчас будет мутить, причем очень нехило. Так, разобрали, да? Так, а это вот за кого он будет играть, да? Все, доигрался, по-моему, парень. Так, сейчас мы с тобой подождем. Пока вот этот вот мой чудик прыгнет сюда. Обезоружит, так скажем, мины эти. А он смотрит, кстати, в этот момент, да? Давай, делай прыжок. Окей. Так, мы с тобой дальше идем. Чпокнули. Так, время 24 секунды. Ну, в принципе, все довольно просто, ребята. Еще берем одного снайпера и дело в шляпе. Или даже... А кто такой бустер? Не знаю, ребят, кто такой бустер. Погнали. Короче, мы с ним идем на ничью. Ну, ничья, по-моему, же дает право, да? А на этот. Так, так, так. Окей. На, в лоб. Так, ну что, кто там у тебя? Подбили. Ждем, ребят, ждем, не высовываемся. Так, этот сейчас обезоружит амины. Так, и мы с тобой пойдем сразу же, да? Вдвоем. По-моему, там кто-то у него стоит. Мне кажется... Так, здесь подбили. Ну, есть контакт. Ай-яй-яй-яй-яй, не хватило ему добить. Господи, не хватило ему добить. Ну что, тогда берем с тобой джип. Да, джип или лучше брут. Клонируем. Ну и вперед с песней. Фу. Медленно, пока с тобой как раз доковыляем. Там и все будет отлично у нас. Стоим, никуда, ребят, не прыгаем, не выпендриваемся, не выделываемся. Идем самыми последними. Не знаю, если он там, конечно, мин понаклепает, против моего брута. Он это может сделать. Так, здесь кто-то там прыгает, да, по ходу дела? Кто-то прыгает. Я, кажется, понял, кого он там взял. Он взял амбала. Угу. Так, а тут, вот, кто это там? Мы ведь не взорвемся с тобой, так ведь? Отходим. Ну что же, давай, парнишка, поиграем в твои игры. Так, 17 секунд. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. Окей. Ну что? Последняя попытка. Что-то, какая синхронизация? Последняя у него попытка, ребята. И мы с тобой, раз он прыгает, да? Возьмем... Да, вот этого стражника, пожалуй. Погнали. Вот его-то фиг пробьете, ребятушки. Не будем с собой брать щиты с него, да? Будем так, бум, спрыгать и все. Ему по барабану вообще на все, если честно. Ну...
А что случилось? А. Да ёпрста, да что за фигня-то, а? Все, берем джип, ребята. Тут уже больше я не знаю, что еще надо ему. Запетрушил просто. Это последний шанс. Он тоже, по-моему, на последнем, да? На последней попытке меня смог пробить. В плане. А что это случилось, ребят? По-моему, там обрыв... Обрыв был, да? Зашибись, у меня еще и понижение сделали. Здорово просто. Да. Ладно, ребятушки, давайте на этой ноте закруглимся с вами. Так, а что я могу сюда поставить? Закруглимся и обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.